Так, 4 июля 2020 год, Харьков, это Сатурн, дубль 2, настройки, на фотоаппарате изменил предыдущие съемки с наименьшей, сейчас, секундочку, вот так, сейчас вот сам будет вылезать. Предыдущие настройки были с максимально низкой, света как можно меньше было, Сатурн был тускнее, но гораздо четче. Сейчас настройки, так называемый режим съемок Луны, в этом есть в фотоаппарате. До Сатурна 1 350 000 000 километров сейчас. Да, сейчас снимем Луну, и при таких настройках светочувствительности будут видны галилеевы спутники. Предыдущая съемка дала нам посмотреть на полосы Юпитера, но при той светочувствительности полосы видны, а галилеевых спутников не видно. А теперь полос будет не видно, но спутники будут видны. Сейчас. О, смотри, как хорошо видно. Вот это у нас Сатурн был. Даже видно в одном кадре. Все, сейчас не до фокусировки, просто отметили, что вот он Сатурн. Ай! Вот он Сатурн. Миллион. Вот он, вижу его в кадре. А где же сейчас справа должен появиться гораздо более яркий Юпитер? А вот он. Вот он Юпитер, да, Юпитера 620 миллионов километров. У нас натуральный парад планет. Еще Марсик вылезет, Венера под утро появится. Луна еще. В левом нижнем углу это просто фонарь Салтовского депо, который не должен вводить нас в заблуждение и не строить новых созвездий. Уже вижу. Ой, что такое? Чтобы было понятно, фотоаппарат 125 крат оптического увеличения. По этой причине, когда увеличиваю, зумирую, из этого фотоаппарата вылезает огроменная труба, которая натурально создает перевес. И тренога чуть сгибается под весом этого фотоаппарата, ну то есть консоль такая получается, поэтому весьма проблематичный. Поймать, удержать, навестись. Видно? Ай, красавцы наши спутники. Вот это у нас Ганимед. Вот он. Отдельно в кадре был. Так, значит, у нас сейчас мизансцена такая. Сейчас я буду треногой пытаться. Это у нас справа от Юпитера Ганимед. Прямо за Юпитером сейчас. Может быть, даже уже чуть-чуть будет виден. Спутник Европа. Вот это Ганимед. Смотри, как его четко видно, елки-моталки. Ну, все ближе Юпитер с каждым днем. Соответственно, спутники. И вот Юпитер. Полос на нем не видно, как говорилось, из-за другого. А вот она, Европа.
мы уже в Европе. Вылезла уже из-за Юпитера Европа, потом идет... Что у нас идет потом? Ио, господи, конечно же Ио. И сейчас будет еще левее Каллиста. Как всегда, сбоку припеку. Ну, где я не вижу. Ай-яй-яй. Крах всех надежд. Так все-таки Европа была. Еще все меньше масштаб. Ну да, 3/4 не видно спутник. А, вон он, вон, все. Вот он далеко-далеко слева. Вот это количество очень разнесено сильно. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот справа Ганимед, потом Юпитер, потом... Вот все в кадре, все 4 спутника. Красотулечка. Да, очень хорошо видно. Так, сейчас буду играться с резкостью, так что приготовьте ваши нервы. Наверное, так. Все, я отошел. Ганимед. Юпитер, боже, он огромный, как солнце вообще. Ну, в принципе, он сколько там, 80 раз всего меньше солнца. Ганимед, Юпитер. Европа рядом с Юпитером слева, спутник. Потом Нет. Ио. И сейчас подождем, пока вползет в кадр. Что-то вверх задирается сильно. Да, надо же, и такая дымка приличная. Сейчас подождем, пока слева появится Каллиста. Будем чувствовать себя полностью счастливым. Ну, по крайней мере, я. И комары, которые меня жрут. А вот и вот. Сейчас увеличу еще. Ну вот это максимум. Так, это я еще Луну не снимал, по-моему, да? Поехали. Ты видишь, какая дымка, вообще караул. Даже в другую плоскость мне пришлось фотоаппарат переводить на одной линии. И
Юпитер. Лунные птички. Так. Сейчас еще раз по резкости. Увеличиваю и оставляю. Луне возможность самой пробраться через кадр. Ушел. Ну, резкость мне не нравится, но, блин, что ж ты сделаешь таким дымом, туманом. Сейчас еще буду резкостью играть. Красота. 376 уже даже тысяч километров до нашей красавицы Луны. Не плавает резкость, не буду издеваться. Киев, суббота, 4 июля 2020 год, Харьков. 50-я параллель, северные широты. Ладно, сейчас еще будем снимать попозже. И надеемся, к утру получится снять весь парад планет вместе с Луной. И Венеру, и Марс, и Юпитер, и Сатурн, и Луну. И Плеяды.